Чтобы рассказать о том, как идут дела и новости какие на творческой стезе, пришел сегодня на авторадио Илья Писарев. Еще несколько лет назад Илья начал свой профессиональный путь на телевидении в медиахолдинге «Риа Биробиджан» и добился известности в столице ЕАО как классный ведущий, диджей и шоумен, а затем отправился за успехом в этих же сферах в столицу страны. И у него получается это. Кроме работы в производстве рекламных роликов и фильмов, Илья в качестве ведущего матчей начал сотрудничать с хоккейным клубом «Динамо» и футбольным «Локомотивом». Все началось в августе. Была открытая тренировка с Овечкиным, хоккейный клуб «Динамо». Да, попал туда случайным образом, абсолютно просто попросили, сказали, а давай проведешь. Я говорю, да почему нет, давай. Попробовал, мне понравилось, им понравилось. Я был в шоке, увидел Овечкина, жаль, не поздоровался, не потрогал. Но увидели и Илью и предложили поработать сначала на матче женской команды «Локомотив», а затем и на игре основного состава, где Илья и прочувствовал, что это такое – собирать стадионы. Непередаваемое ощущение. РЖД-арена – огромный стадион с огромной площадью, где стоит вот как раз-таки их старый «Локомотив», на котором висят таблички с чемпионства, там запечатлено их полностью, вся их история. Огромная площадь, красил ее покрас «Лампас», очень такая она стильная, классная. Ну и сама арена огромная, то есть вот микрофон берешь, говоришь какие-то слова, мурашки бегают, огромное количество людей, которые на тебя реагируют, на любое твое слово, это просто это что-то непередаваемое. И здесь, мне кажется, я вот в этот момент влюбился и понял, что, наверное, моя история – это про крупные мероприятия, про спортивные мероприятия. Эти влюбленность и понимание поставили перед Ильей две новые цели – поработать в Лужниках и в спорткомплексе «Олимпийский». Так это и происходит. Любовь к делу, мечта, план, цель. По-другому Москва не покоряется. Да и во всех других местах результаты именно так даются. Полная запись эфира на портале riabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко, новости 21.